Друзі, я рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – це світла пам'ять дивовижного нашого з вами земляка Юрія Сімоновича Крючкова. І сьогодні до нас в студію приїхали його друзі. Друзья мои, здравствуйте. Я вот не буду терять времени, чтобы представлять вас по очереди, потому что когда вы начнете говорить, титр появится на экране. Я хочу сказать нашим телезрителям, что на этой неделе город простился с замечательным человеком, историком. Ну, перечислять все его регалии даже не хватит эфирного времени. Юрий Семенович Крючков ушел от нас. Но его светлая память, его труды, его книги, все его работы, которые направлены именно на прославление родного города, города нашего славного Николаева, они остаются с нами. И вот друзья Юрия Семеновича, которые только что приехали с кладбища, вы знаете, я думаю, что вот только это даже одно, это уже светлая память Юрия Семеновича. Ирина Александровна, вы, позвольте вам первой дать слово. Вы очень близко, тесно работали с Юрием Семеновичем. И он стал для вас не просто человеком, который издавал в вашем издательстве книги, а он стал для вас другом, наставником. Ну, это человек, это целая эпоха. И я могу сказать, это совесть нашего города. Это человек, который оставил после себя огромный след. Это в первую очередь академик наук. Это в первую очередь человек, который оставил огромный след не только в истории краеведения города. Это человек, который оставил в мировой истории как научный специалист огромный. Потрясающей силы, оставил огромный след как исследователь, как человек, который изобрел несколько направлений в науке и посвятил свою жизнь нескольким таким серьезнейшим вещам, как атомное судостроение, подводное судостроение. Это парусный флот. Это огромное количество научных статей, изобретений, создание нового видения и огромную любовь, огромное тепло он подарил нашему городу. До сих пор еще не сделал тот труд, который Юрий Семенович вложил в краеведение, в историю, не смог повторить никто. Ни один человек, обладающий какими-то научными званиями в истории, не смог повторить и сделать то, что сделал для нас Юрий Семенович Крючков. А его человеческие качества оставляют на душе такое чувство, ну, потрясение, когда ты сталкиваешься. Это огромная честь для любого издателя, для любого человека, который соприкасался только с Юрием Семеновичем. Это огромная честь быть с ним знакомым. Потому что он был даже в самых мелочах, в каких-то небольших деталях, он весь был пронизан интеллигентностью, тактом, чувством меры. Он был очень мягким, добрым человеком, при этом он был не сгибаемым в основных вещах. Это человек, который мог отстаивать свои позиции, свою точку зрения. Мог отстаивать жестко, целеустремленно. Это человек, который умел держать фокус на проблеме, умел видеть решение, глобально смотреть далеко вперед, в будущее. И он возродил, дал горожанам понимание, что такое каждая улица, каждый сантиметр этого города. Он вернул старые названия, о которых люди не понимали, не подозревали, почему они так или иначе называются. Он вернул двух Грейгам городу.
память об этих людях, которая была растоптана, убрана, подвержена насмешкам. Он возродил это и дал толчок для интереса, он подогрел этот исторический интерес. Это и создание исторического общества «Золотая ладья», и масса-масса всего, что только мы еще не осознали, что мы жили рядом с гением. Мы еще не осознали, что, что он нам оставил наследие. Да, слишком сейчас тяжела боль утраты. Мы говорим сегодня в нашем эфире сердцем. Осознание всего придет чуть позже. А сегодня именно то, что говорит сердце и душа. Василий, вы были близким другом Юрия Семеновича Крючкова, несмотря на то, что Юрий Семенович уже достаточно был возраста солидного, а вы еще не вошли в ту полноту меры возраста. Но что вас связывало с Юрием Семеновичем? Нас познакомил как раз вот Владимир Сергеевич Подгуренко и познакомил на полубросом науки. Я был аспирантом в Национальном университете кораблестроения, и моя тематика была связана как раз косвенно с подводным кораблестроением. И Владимир Сергеевич принес мне рукопись, не рукопись, уже тогда изданную книгу Юрия Семеновича по подводным лодкам. Я с большим интересом ее изучил, нашел много интересных вещей, но был вот уже тогда мы с женой начинали как издательство молодое, и мы были удивлены, насколько вот она была сделана небрежно. То есть и я пришел к Юрию Семеновичу, мы очень тепло, очень так плодотворно пообщались по научным темам. И я предложил ему, говорю, вот я издатель, давайте я там буду издавать ваши книги. Он рассмеялся так тепло, по-дружески, говорит, я уже работаю с 12 издателями. Я говорю, ну, я умею ждать, как бы, я подожду. И я ждал год. Через год он позвонил в удивительный день. Это был как раз тогда издательство было зарегистрировано на Елену, жену мою, и он позвонил в день рождения Елены. И говорит, придите, у меня есть для вас рукопись. И предложил вам издать рукописи. Он предложил нам издать. В такой книгу. Знаменательный для вас день, в день рождения вашей супруги. Василий скромничает. Он сделал то, что он мог бы не сделать, ну, наверное, никто, потому что с такой большой чистой душой он создавал шедевры и помогал Юрию Семеновичу приводить эти рукописи сверх. Ну, он делал возможное и невозможное. Он находил такие образы для книг Юрия Семеновича, которые оставались в памяти у наших горожан. Это издательство «Эль Талисман», и просто Василий сам перечислит книги, которые он сделал. И те проекты, которые еще сейчас есть в работе, уже созданы. И потом Василий, он бессеребренник был для Юрия Семеновича, он отдавал ему все свободное время, насколько было возможно. Поэтому Юрий Семенович очень высоко ценил то, что делали для него Василий и Елена. Это редкое качество. Но особенно. Редкое качество на сегодняшний день. Да. Вообще они это как бы не должно быть редкое друг качество. Друга, да. Они нашли друг друга, и вот это было содружество людей, которые умеют достигать поставленных целей и делать великолепный продукт. Юрий Семенович прекрасно описал, а Василий до сих пор делает все, что оставил Юрий Семенович, и продолжает. Я думаю, что это надолго. То есть, когда мы начали просто общаться, мы были удивлены, насколько у нас много общего. То есть наши дни рождения отличались на 3 дня. Мы родились 1 месяц, наши жены родились 1 месяц. У нас у обоих был код, на тот момент их имена отличались на 1 букву. У нас были общие интересы, мы читали общие книги, одинаково любили одних и тех же писателей. То есть просто было как... Ну, потом уже... Позже он говорил, что ты стал как сыном. И, ну, у нас у обоих была любовь, очень страстная любовь к кофе. И одно время он даже смеялся, что тебе надо было открывать кофейню, а не издательство. Мы говорили, что мы откроем и то, и другое. Ну, Василий, я думаю, что с легкой руки Юрия Семеновича, может, и в недалеком будущем появится и кофейня в городе. И он говорил, что ты на меня действуешь
уже когда он себя чувствовал так достаточно слабый был, он говорит, Людмила Ивановна, жена его смеялась, что когда ты приходишь, на него это действует как чашка кофе. Он приободрился, становился более жизнерадостным, как-то мы обсуждали наши дальнейшие планы, и он работал до последнего дня, пока вот он были силы. Он звонил, я просил, говорит, найди ту или иную книгу, принеси, я находил, он покупал, распечатывал, приносил, и он вычитывал, находил новые какие-то интересные факты и пополнял, трудился в последнее время, то есть более детально расскажет Владимир Сергеевич о его основных направлениях жизни, а именно творческой жизни. Вот последние труды его, это как раз была переработка книги о подводных лодках. Книги, где через историю подводного судостроения показана такая интересная грань, как судьбы конструкторов подводных лодок, которые иногда бывали очень неоднозначными. И я понимаю, что эта книга, она родилась в Ленинграде тогда, когда сам Юрий Семенович работал в закрытом НИИ, был закрытым человеком, которые делали великое дело, важное, нужное, но о которых никто никогда не знал, и иногда эти конструкторы умирали так и неизвестными, даже без наград, без ничего. То есть и вот этот вот момент, он очень долго тяготил Юрия Семеновича, что как бы он сделал многое, но так и остался непризнанным. И это было не только в научной его части, но и в краеведении, во многом другом. То есть вы имеете в виду, что сам Юрий Семенович не признанный в той мере, в которой... Да, неоцененный по... по достоинству. Да, к сожалению, достойные люди не всегда по достоинству и чаще всего не бывают оценены по достоинству. Но я думаю, что рано или поздно это достоинство все равно будет оценено. Великое видится на расстоянии, то есть должно пройти время, чтобы город понял, собственно, что дал этот человек городу, человек, который был горожанином с большой буквы, и, собственно, чтобы оценить тот вклад, который он сделал в восстановление истории этого города. Да, как вы хорошо сказали, горожанин с большой буквы. Владимир Сергеевич, вы познакомили Василия с Юрием Семеновичем Крючковым. Вы знали его еще раньше. 38 лет знакомства с Юрием Семеновичем Крючковым. И с гордостью называю себя учеником научной школы профессора Юрия Семеновича Крючкова. Я считаю, что вот нам, его ученикам, просто огромная удача в судьбе, нам просто повезло, что вот так на нашем пути случилось. Трудно говорить кратко о том, что сделал Юрий Семенович Крючков. Он о своих работах выразился образно: служение Святой Троице. Это судовые машины, парусная тематика, история флота и Николаева. Вот все это служение Святой Троице, он так любовно это называл, проходит всей нитью через его деятельность. Если говорить о научной деятельности, то вот у него был, на мой взгляд, очень важный тезис, который он часто повторял, и нас, своих учеников, учил этому. Вот он считал так, что королевой техники является физика, а математика лишь корона, которая венчает вот эту вещь. И в этих словах глубочайший смысл. А смысл заключается в том, что Юрий Семенович в любой сложнейшей проблеме мог видеть суть, чувствовать. Причем это Божий дар, он далеко не каждому дан. Он чувствовал, понимал, и вот исходя из сути физических явлений, он приходил к истокам проблемы и находил изумительные инженерные решения. Причем, как правило, эти инженерные решения –
при отсутствии вообще все, что делал Юрий Семенович, это характерен эпитет «впервые». Впервые то, впервые это. А какие творческие дуэли в его судьбе были? И эти дуэли Юрий Семенович достойно выигрывал. Вот, например, академик Долежаль, Николай Александрович, по-моему, он спроектировал паропроизводящую установку атомной подводной лодки. Первый. Мало того, он добился решения строить эту лодку. В задаче Юрия Семеновича стояло сделать оценку ее динамической прочности. И когда методов расчета нет, Юрий Семенович является основателем науки о взрывостойкости, о ударостойкости корабельного оборудования. Основатель, создатель. И это не николаевские масштабы, это мировые и масштабы. Вот, да, и вот, занимаясь этой проблемой, Юрий Семенович на уровне научного сотрудника, очень весомого института, единственного в СССР, СНИ имени Крылова, Санкт-Петербург, Ленинград, говорит, не годится. Долежаль, как что значит не годится? Сделайте модель. Делается модель в масштабе 1,20. Модель подтверждает точку зрения Юрия Семеновича. Не годится. А Долежаль продолжает строить атомную подводную лодку. Да? И мало того, намечается серия строительства таких лодок. В конце концов, делается модель в масштабе 1,7, но к этому, при отсутствии методов расчета, Юрий Семенович создает метод расчета с учетом податливости всех элементов. И прежде чем испытывать вторую модель, делает расчет, который мало того, что подтверждает его правоту, а еще и указывает точки, где слабые звенья. И в конце концов Долежаль добился, и была изготовлена в одном экземпляре лодка, и он настоял на турных испытаниях. И натурные испытания показали, и была победа Юрия Семеновича на таким уровне. И это не единственная подобная победа была. А Юрий Семенович много можно говорить и нужно говорить. И мы будем говорить о Юрии Семеновиче и вспоминать его, но время нашего эфира ограничено, Владимир Сергеевич. А я бы хотела дать еще слово еще одному близкому другу Юрия Семеновича. Верочка, будьте добры, вы представляете библиотеку имени Гмырева, и вот эти книги, которые сейчас видят наши телезрители, будьте добры, ваше слово, пока есть еще у нас эфирное время. Я хочу сказать, что Юрий Семенович для меня это очень близкий друг. Потому что, когда я пришла работать в библиотеку, и меня назначили заведующей отделом краеведения, то для меня настольной книгой, конечно же, стала книга Юрия Семеновича «История Николаева». Эта книга одна из первых. Вы видите, в каком она состоянии. Это говорит о том, что единственная книга «История Николаева», которая пользуется спросом у читателей нашего города. И она, конечно же, требует своего переиздания. Она вышла в 96-м году и сегодня является актуальной, одной из самых актуальных книг по истории Николаева в нашем городе. Для меня Юрий Семенович – это, во-первых, историк-краевед, который лично меня многому учил. Он научил меня любить этот город, поскольку я не являюсь горожанкой, уроженкой этого города. Я люблю сегодня этот город точно так же, как и любил его Юрий Семенович.
Юрий Семенович и библиотека наша – это одно единственное было целое. Он почетный читатель областной универсальной научной библиотеки имени Гумарева. Он подарил нашей библиотеке все свои книги с дарственными надписями, с теплыми дарственными надписями, дорогим моим краеведам, близким друзьям. Эти надписи говорят о нашем отношении к Юрию Семеновичу и Юрию Семеновичу к нам. Он подарил все свои рукописи изданных и неизданных книг. Он подарил корректуры, которыми мы очень гордимся. Это книги, в которых сделана корректура, вот такие правки рукой именно Юрия Семеновича. Это настолько сегодня ценный вклад, ценный фонд нашей библиотеки. Он подарил очень много... дар краеведческому отделу областной библиотеки имени Гумарёва от автора. Вот. И каждая вот эта корректура, каждая рукопись подписана Юрием Семеновичем, и стоит вот такая его именная печать. Экслибрис, да. Он подарил старые фотографии города Николаева, чертежи, рисунки собственной рукой. Это все есть в наших фондах. И с понедельника мы наших горожан приглашаем в нашу библиотеку на выставку творческого наследия Юрия Семеновича Крючкова. Да, я думаю, что это будет одна из самых таких замечательных даней памяти Юрию Семеновичу. Именно выставки, и чтобы горожане приходили, смотрели и знали, что мы жили рядом с гением. Я могу так сказать, Юля? У нас еще одна самая важная задача, которую мы должны сегодня озвучить, потому что у Юрия Семеновича осталось наследие неизданных книг. Вась, покажи, пожалуйста, книги, которые готовы к печати. Одна и вторая. Полностью подготовленные к печати дела. Сигнальных экземпляров. Тоже подписанные автором. Это не подписанные, по-моему. Все-таки. Нет, к сожалению. Снесенные правкой от его рукой. Он все мечтал когда-то. Он был влюблен в модерн, как в архитектурный стиль. Когда-то мечтал полностью сдать книгу о модерне. Но... так сложилось обстоятельство еще при жизни Валерия Анатольевича Карнауха. Валерий Анатольевич предложил ему сдать книгу по архитектуре. И отчаявшись издать книгу о модерне, Крючков решается на смелый шаг, он включает туда полностью рукопись о модерне. Когда книга вышла, Юрий Семенович был очень опечален тем качеством и тем количеством опечаток, которые были в этой книге. И тогда, собственно, понимая, что сама книга о модерне очень масштабная, очень дорогая, он просто отдал эту рукопись мне, говорит, возьми, сделай, что хочешь. Мы работали над рукописью почти 8 лет. То есть, когда мы начинали, к Юрию Семеновичу пришел тоже один из друзей, уже, к сожалению, ныне покойный. Он сказал, Юрий Семенович, давайте я буду вашими глазами. Юрий Семенович тогда еще выходил, у человека был замечательный фотоаппарат, это был Фарашнин Владимир. И они ходили по городу, фотографировали старые здания, фотографировали детали этих домов, потому что хорошо, что вот есть Сергей Васильевич Прудкой, который пусть понемногу, но восстанавливает какие-то отдельные дома, но очень многие здания разрушаются, теряют свою красоту. И в этом состоянии. И вот эта книга, это как раз памятник этому Николаеву, который мы, к сожалению, начинаем терять. Еще у нас есть шанс вспомнить, выглядел этот еще город. Еще есть шанс. Василий, извините, что я вас перебиваю. К сожалению, наше эфирное время уже совершенно исчерпано. Но даже то, что мы сегодня, пусть немножечко сумбурно, пусть немножечко непоследовательно, но то, что мы вспомнили этого замечательного человека, и то, что пришли такие светлые и прекрасные люди, неравнодушные. Ну, Юрий Семенович умел собирать вокруг себя неравнодушных и светлых людей. Мне кажется, что в его окружении не было равнодушных и людей, которые ничего не значили. И вообще самое главное, что, друзья мои, каждый человек что-то значит. И каждый человек не просто так живет на этой земле. И каждый оставляет свой след. А какой след, это уже судить не нам, не тому человеку, который уходит, а именно тем, кому он оставляет свое наследие. Дорогому Юрию Семеновичу Крючкову, светлая память.
Це була розмова на тему «На все добре».